Обращение казакурцев к врачу превратилось в настоящую проблему. Чтобы получить помощь или необходимую консультацию специалиста в белом халате, ты вынужден простоять несколько часов в очереди. Люди, уставшие проводить по полдня в очереди к врачу, обратились за помощью к журналистам. Приехали рано утром. Вот сидим тут с четырьмя детьми. Те, у кого есть знакомые, проходят без очереди. А те, кому необходимо сделать флюорографию, и вовсе готовы драться. Очередь здесь занимают засветло. Единственный в районе аппарат обслуживает 109-тысячное население. Самые длинные очереди здесь образуются перед началом учебного года, говорят люди. Сидим вот в очереди на флюорографию. Хоть и старики, а выхода нет. Тяжелее всех приходится пожилым, многие просто не выдерживают многочасовое ожидание к специалисту. Но даже и прождав очередь, не всегда могут попасть на прием к врачу. Тем временем руководство районной поликлиники утверждает, проблема решится не скоро. Для этого необходимо решить кадровый вопрос и построить новое здание. В одном кабинете у нас ведут прием 3 врача, поэтому и очередь перед каждым кабинетом у нас большая. Да и здание тесное. Нехватка специалистов серьезно осложняет жизнь простых людей. Отметим, решить эту социальную проблему не спешит и руководство района.